Всем привет! Сегодня у меня на обзоре вот таких 4 огромных груши и небольшая предыстория. Вчера я скупался на оптовике, и мне попалась вот такая огромная груша, на которой было название Аббат. Ну, я так присмотрелся, это действительно груша Аббат Фетель. И мне почему-то ее захотелось очень попробовать, потому что говорят, что это одна из пятерки самых лучших груш. Потом рядом возле нее лежала еще конференция. Она имеет такой более зеленый вид и больше внешний вид ее такой как бы покрыт ржавленностью. Потом в другом магазине мне попалась вот такая просто огромная груша. И мне почему-то кажется, что название у нее может быть десертная рассашанская, потому что груша имеет такой же внешний вид. Я могу, конечно, ошибаться, потому что в магазине названия этой груши не было. Ну и еще в одном магазине попалась вот такая груша. Все эти груши я взял только для того, чтобы попробовать, продегустировать и сравнить из грушей Аббат Фетель и конференции. Еще взял вот эти круглые. И сейчас мы посмотрим по порядочку. Начнем, я думаю, все-таки вот эту мы оставим напоследок, поскольку она считается самая вкусная, то ну посмотрим, как она себя проявит. А начнем мы, наверное, из самой вот этой маленькой. Я тоже не знаю, что это за сорт. И сейчас мы ее попробуем. Эта грушка немножко похожа на сокровище. Имеет хрустящий разрез. Белая, даже желтая, я бы сказал, мякоть. Блестит сок, очень сочная. Так, ну что, пробуем. Грушка вкусная. Лично от меня я бы ей поставил где-то 4,5 балла. Имеется небольшая зернистость вот в этом месте, где у нас семена. А так очень сочная и очень вкусная груша. Ну, еще раз. Да, вкусная. Даже не ожидал. Один раз я такую похожую дегустировал. Честно говоря, не помню, какая она была. Надо будет посмотреть свое видео. Так, ну сейчас мы, наверное, разрежем. Да, еще забыл, конечно, взвесить эту грушку. Но уже после разреза ее вес, конечно, уже будет другой. Ну, на всякий случай, не знаю, получится или нет. Ну вот, под 300 грамм. Если взять тот кусочек, то, наверное, грамм 280 будет эта грушка. Так, ну и сразу вот эту взвесим. Такую бомбочку. Ну вот, такой реальный вес. 488 почти грамм. Так. И пробуем. Это маслянистая груша и не такая хрустящая, как предыдущая. Ух ты! У нее такая интересная желтоватая мякоть. Очень сочная. Очень. А цвет, я бы сказал, как дыня. Очень интересно. Так, ну попробуем сейчас. Не знаю, как камера там передаст. Эта груша сочная такая же, но менее сладкая. Возможно, она уже переспевшая, потому что очень она уж больно такая мягкая. Да, эта груша уже не такая. Я бы сказал, что, наверное, все-таки ее срок уже прошел. И
Я ее так, в принципе, и видел, что она уже переспевшая. Просто взял для сравнения, вот, так скажем, меня внушал ее размер. Там были много таких груш, целый ящик стоял, и я выбрал вот такого среднего размера. Так, дальше мы попробуем конференцию, какая она сейчас на это время. Ого! Ого! Очень твердая. Так, сока в среднем. Так, и на вкус груша тоже не очень сладкая. Я бы сказал, приблизительно такая же, как и вот эта. Но она отличается от этой, потому что она полностью такая хрустящая. У нее здесь мякоть не маслянистая. Так, ну это такая сейчас, я бы сказал, что ей надо еще полежать. И пришло наше время к самой интересной игрушке, Аббат Фетель. Сейчас мои возле меня стоят, я здесь пробую. Они просто слюной давятся. Ничего, еще минута обзора. И поделимся. Так, кстати, эту игрушку мы не взвесили. Ну, давайте попробуем. 346 грамм. Ну, конференция будет чуть поменьше. Вот такая у нее мякоть. Немножко желтоватого оттенка. Еще раз напомню, это груша Аббат Фетель. Я еще в нашей местности ее нигде не видел. Это впервые она мне попала. Так, ну, момент истины. Груша очень малосочная. Такая она, я бы сказал, даже резиновая. И сахара. Сахара в ней, я бы не сказал, что так и много. Честно говоря, я был о ней лучшего мнения. Но, не, в принципе, груша, ребята, вкусная. Но мне не хватает в ней сока и не хватает сладости. Вот я хочу еще ради интереса вот эту попробовать. А вы знаете, что они приблизительно на одном уровне. Но в этой немножко мякоть такая мягче, резиновая, как я сказал, а в этой хрустящая. И в этой есть своя какая-то такая незаметная кислинка. Очень легкая. Так что, ребята, что я могу сказать? В общем, сейчас на это время все эти груши как бы очень похожи за своими вкусовыми качествами. Так что выделить какую-то одну в лидеры я пока что не могу. Я все-таки отдаю свое предпочтение вот этой Аббат Фетель, но я бы вот на это время я бы 5 баллов ей не поставил. Ну и также вот эта игрушка непонятного названия. Но все-таки я думаю, что это, возможно, сокровище. Так, на этом я буду заканчивать свой обзор. Кому было интересно, пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои другие видео. И до следующих видео. Пока-пока.